макет автомата Калашникова от компании «Кадет». Вы на канале «Попади в десятку», меня зовут Евгений, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией «Кадет». Боевым прототипом выступает наш автомат Калашникова. Корпус обозреваемой модели выполнен из металла, а приклад, рукоять, магазин и цевьё из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу в районе 3,5 кг. На правой части корпуса мы видим предохранитель, он также отвечает за смену огня, автоматический либо полуавтоматический режим. Патроны для данного образца 5,45 на 39 мм, а в магазин должно вмещаться 30 штук. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и цели, как у боевого прототипа. Для того, чтобы сделать клевый подарок или побаловать самого себя, не нужно куда-то ехать и что-то долго искать. Данную модель вы можете приобрести у нас в магазине, а как это сделать, сейчас расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный макет, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!